В первый день мая по традиции слова благодарности звучат в адрес людей труда. И конкурс «Умельцы Брещины» – это дань уважению человеку рабочей профессии. 47 представителей из самых разных отраслей народного хозяйства стали победителями областных этапов конкурсов профессионального мастерства и сегодня получают заслуженное признание и награды. Это лучшие люди по профессии, профессионалы, неравнодушные люди, люди, которые в своей профессии хотят добиться высоких результатов, высочайших результатов, победить. Поэтому мы склоняем перед ним голову, говорим им спасибо. Учитель и врач, сварщик и проводник, доярка и кондитер. Сегодня чествовали представители порядка 30 профессий из 15 отраслевых профсоюзных комитетов области. На каком бы участке ни работали эти люди, они трудятся не за страх, а за совесть. За это пользуются уважением в коллективах. Их любят пациенты и ученики. С теплотой отзываются окружающие. У нас нельзя работать за страх. У нас можно работать только за совесть. И тот, кто у нас работает, он именно так и работает. Потому что это забота об людях, забота о людях. Это должно быть открытое, доброе сердце. Это должен быть честный человек, порядочный. Это человек, который, он не будет ждать, о чем тебя спросят, а он должен сам видеть, в чем человек может нуждаться. Дипломы и призы от Брестского областного объединения профсоюзов – лишь малая часть признания заслуг людей труда. Главное – ощущать себя нужным и полезным в однажды выбранной профессии. Для нынешних 47 победителей это еще и образ жизни. Изменить профессию не было желания. Каждый раз, идя в школу, естественно, берешь багаж какой-то, в первую очередь настроение хорошее. Что бы ни было в жизни, что бы ни случалось где-то в семье, на душе, но в школу только с хорошим настроением, с радостью. Но таких моментов было очень мало. Конечно же, это всегда воодушевление, энергия, хоть несмотря на годы, но энергия нужна, потому что малыши, с ними действительно пассивным не будешь. Нет, в другую сферу деятельности ни за что, никогда, а вот научиться и приобрести что-то новое, да. Потому что всегда нужно, чтобы быть на волне, чтобы быть в ногу со временем, надо всегда расти. Надо любить свою профессию и отдаваться ей полностью. И не забывать о себе. Продолжился весенний праздник мира, мая и труда в парке воинов-интернационалистов. Для брещан и гостей города с праздничным концертом выступили творческие коллективы учреждений образования и культуры, профсоюзных организаций, предприятий и учреждений областного центра, победители и призеры конкурса «Берастея запрошая». Майские праздники в городе над Бугом начались. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».